Подарок лично из рук губернатора. В областном правительстве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежда земли Ивановской». 11-й раз подряд награду главы региона получают самые талантливые, трудолюбивые, интеллектуальные школьники, учащиеся с СУЗов Ивановской области. Всем Павел Коньков пророчил большое будущее в спорте, творчестве и даже в политике. И через 10, или через 15, через 20 лет Ивановская земля будет нуждаться в лучших, в маяках, в тех людях, которые в разных отраслях человеческого действия будет добиваться успехов. Конкуренция была большая. На региональный этап прислали 47 резюме. Победителями стали 12 школьников и 12 студентов. Основные номинации – научная деятельность, лидерская активность, техническое и эстетическое творчество, а также успехи в спорте и туризме. Учащаяся Родниковского колледжа Екатерина Пытаева к награде шла не один год. Участвовала в нескольких конкурсах профессионального мастерства. Девушка-повар-кондитер. Дважды побеждала. Нужно участвовать в конкурсе для того, чтобы показать свой талант, чтобы не взорвать свой талант, чтобы все люди смотрели то, что талантливая молодежь, она все-таки есть, и нужно это продвигать вперед. Павел Коньков передал лауреатам премии поздравления с Новым годом от президента Путина, личная встреча с которым у главы региона состоялась в середине декабря в Москве. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.